21 век, современные технологии, прогресс. Прогресса не существует. Трехмерная графика давно укоренилась в современном мире и с каждым днем пускает свои корешочки все глубже и глубже. You know what I mean. Именно поэтому я хочу посвятить данный видеоряд со звуковым сопровождением Source Filmmaker. Программе 2012 года, которая, блядь, до сих пор находится в бете, и обновление на которую выходили в 2015 году. Или что она там, в альфе? Хуяльфе, мне поебать. Ёп. Ян. Крутая программа, в общем. На данный момент счетчик Стима показывает, что я провел в этой дресне 500 часов. Не будем вспоминать плохое, все мы делали ошибки. Чтобы установить эту потрясающую программу, тебе необходимо зайти в магазин Steam и скачать ее. Шутки не будет. Запускаем ее, создаем новый проект, и нас встречает потрясающий и интуитивно понятный интерфейс. Карта не загружена, но как же нам ее загрузить? Может быть, нажать сюда или сюда? Хух! Нажимаем правой... Я надеюсь, соседи меня не слышат. Юй! Нажимаем правой кнопкой мыши по черной области и жмем на кнопку Load Map. Эй! Так как мы будем делать сценбилд, нам понадобится соответствующая карта, которой, конечно же, нет в чистом SFM. Идем в мастерскую и находим вот эту карту. Устанавливаем, обновляем вот это говнище и, наконец, загружаем карту. О, чудо! Красная надпись пропала. И чё? Плечо! Йоп! Я! Нажимай ПКМ по черному прямоугольнику и выключай свет. Наконец-то мы что-то видим. Это серый полый куб, в котором мы будем создавать наше произведение искусства. Я буду делать мемный прикол Ржаки с Думслеером, которого мы скачаем из мастерской. Ого, как просто, подумали вы. Моржументом плавал. В мастерской SFM есть Думслеер, но он больше похож на кусок использованного мыла, нежели на качественную модельку. И тут на помощь нам приходит мод Гарриса, или же просто Гаррис мод. Заходим в мастерскую этой крутямбовой компьютерной видеоигрушки и находим там модельку этого мужичка. Копируем ссылку и переходим на вот этот вот сайт. Вставляем ссылку, скачиваем эту хуйту и не забываем про материал. Затем закидываем всю эту поеботу ебаную сюда. Вот, блядь. Ну вот и все. Можно наконец приступать к созданию постера. Что же будет изображено на этом вот здесь? Мы будем изображать популярный кадр из кинофильма, который стал классикой. Фильма, который дрогнул сердца миллионов людей по всему миру и создал сотни подражателей. Очень сильный кадр. Красивая поза, запоминающийся фон. Гачимучий, короче. Спавним камеру и переносим ее на вьюпорт. Затем спавним модельку солдата Рока. Нажимаем ПКМ по серой области и жмем на эту кнопку. Затем вот это реально интересно. Я надеюсь, ты не долбоеб и сам догадаешься, как выполнить такие примитивные действия. В SFM существует два вида скелетов, как в других программах, я не знаю. Выставляем Rig Simple, чтобы задать начальную позу. У этого типа скелета кости как бы связаны между собой. Привязываем руки к поясу, чтобы они двигались вместе с ним. Ну с поясом, в смысле, с вот этой хуйней. Кость Рутрансформа живет сама по себе, это как бы стенд, на котором стоит моделька. Поворачиваем этого ебалыгу. Так как камера не видит нижнюю часть персонажа, мы можем делать с ней все что угодно. Главное, чтобы нас устраивал финальный вариант. Вот пример моего старого постера, где я намеренно деформировал кости, дабы получить необходимый результат. Прием с деформацией костей также используется в анимации для лучшего эффекта. Понятное дело, что он не будет уместным везде. Все зависит от стилистики и стилистики. Анимацию я делать не умею, если что, а знаю только куски теории. Поэтому, если вам интересно, вы можете сами загуглить и почитать какую-то информацию на этот счет. Не забывайте поглядывать на второй вьюпорт с основной камерой и старайтесь сделать позу максимально похожей. Если у вас два монитора, то это вообще крутямбово. Вот у меня два монитора и мне вообще крутямбово. Немного потаскав косточки, я сделал позу этому мужичку. Хумас, а откуда этот крутой шкафчик? Тебе ебет вообще. Мастерская Steam. Это совсем не то, что нам нужно. Программа крутая же, ёбаная. Для этого мы идем в социальную сеть Google и находим паки от Маски и Crazy Knife. Скачем всю эту поеботу и... Блядь. Не забудьте перезапустить SFM, и только тогда все заработает. Да-да-да-да-да. Создание постера процесс довольно простой на самом деле. Ищите необходимые объекты и ставьте их так, чтобы это выглядело красиво. В случае с референсом все намного проще. Ставьте предметы как в оригинале. Вот и все, Алиса. Вот весь секрет, дорогие многоуважаемые друзьяшки. Все. Не стоит забывать, что мы делаем постер не только по референсу, но и во вселенной Дума. Поэтому нам необходимо сохранить колорит данной крутямбовой компьютерной видеоигрушки. В мастерской нашел оружие, которое нам может пригодиться. Которое нам пригодится, ну это стопудово, Алиса. Не все, конечно, но часть точно. Оп-оп-оп. Нормально, то есть. На фон нам нужна стеночка, как в раздевалке. Заходим в мастерскую. Здесь есть очень крутой проб из Макс Пейна. Заметьте, это не карта, а именно проб. Это значит, что мы сможем заспавнить его на любой другой карте. То есть это как объект. Know what I mean? Вот это хуйта ебаная. И не забываем о том, что нам важен только вид основной камеры. На все остальное можно благополучно положить все, что мы можем. Смотрите, как красиво. Оп, что надо. Создаем копии шкафчиков и ставим их позади. Кстати, в SFM есть очень удобная функция выделения объекта. Просто зажмите Ctrl и выделите область. А... Ну, в общем, так, ну что говорится, пришло время делать освещение. Свет — это довольно глубокая тема, и если вникать во все подробности, то на это уйдет 17 тысячелетий нахуй, сука. Мы же этого не хотим. Yeah, right. Просто смотрите, как делаю свет я, и старайтесь выудить что-то полезное для себя. Yo, what's up? Но вообще лучше посмотреть туториалы, изучить теорию, попробовать сделать освещение самому, и посмотреть, как это делают другие, например, я. Так что приходите ко мне на стримы, там я отвечу на все ваши вопросы и дам советы, ссылочка в описании. Откровенно говоря, такое освещение довольно простое. Стоит, так как сделать обычный оранжево-синий или розово-голубой градиент может каждый. Но так как этот сценбилд делался для туториала, мне может это простить, right? Yeah. Вот
Так вот выглядит финальный вариант без обработки. А поэтому давайте рендерить эту приколдобину и кидать в фотографический шоп. Ну тут тащим-то все максимально просто. Без задней мысли закидывайте картинку в эту крутую программу и обрабатывайте ее. А вы что думали, я сейчас буду рассказывать, как это делается? Это видео про SFM, так что бесполезную информацию вы получаете сегодня только об одной программе. Вот что мы имеем в итоге. И самое главное, дорогие друзьяшки, не забудьте добавить вотермарку, чтобы все знали, что это ваша работа и никто не вздумал ее украсть. Вотермарка тоже должна быть стильной, красивой и вписываться во всю стилистику этой работы. Так что добавьте градиент, обводочку и все самое необходимое. Сделайте ее побольше, чтобы ни у кого не возникало вопросов, чья же все-таки это работа. Я не я, если бы не сделал плагин, который упростил бы вашу работу в SFM. Так как я учусь на программиста, мне это не доставило больших сложностей. Все, что нам нужно, это запустить плагин и в этой строке написать ключевые слова, которые будут описать характер, настроение и все происходящее на будущем постере. Постарайтесь как можно детальнее описать все аспекты, затем нажмите на эту кнопку и ждите, пока все отрендерится. В целом выглядит неплохо, хотя не хватает небольшой обработки в фотошопе. Создание сцены и рендер заняли у меня примерно 15-20 минут. Как говорится, ссылочка это самое в описании, там проверяйте. Ну а в случае, если твой IQ равен 700 единиц и ты хоть что-то понял из просмотра этого видео, то можешь сделать свой постер и кинуть его в предложку моего паблика, а затем мы вместе на стриме оценим его от 1 до 10, в зависимости от того, сколько ты мне задонатил. Если тебе всегда хотелось сделать что-то красивое, но рисовать ты не умеешь и на гитаре не играешь, то здесь, всего лишь после просмотра базовых тутеров, ты уже сможешь сделать свою неплохую работу. А если ты достиг своего пубертатного возраста, то, наверное, ты уже заинтересовался в особях женского пола и в том, что с ними можно сделать. Если твой IQ действительно равен 700 единиц, то ты догадаешься, к чему я веду. Регистрируйся на SFM Lab и ты найдешь там много крутых моделечек. Также не забывай про вдохновение, ведь это тоже очень важно. В описании ты найдешь ссылки на DeviantArt, крутых русскоязычных SFM-еров. Обязательно подписывайся на паблик по SFM, высасывай всю инфу оттуда, как последняя шлюха, и кидай свои работы в альбом. Не бойся критики, сыночка, только она даст тебе толчок и возможность становиться лучше. Хуючи, ёпта. Ну что же, пришло время подводить итог. Итак, что же вы сегодня узнали? SFM до сих пор находится в бете. У Хумаса в SFM больше 500 часов. В SFM есть два типа скелетов. Деформация используется в анимации. У Хумаса два монитора, и это вообще крутяково. В мастерской SFM есть крутой проб из Max Payne. Ссылочка на Twitch в описании. Картинки обрабатываются в фотошопе. На финальной картинке должна быть ватермарка. Десятое и самое главное. Качайте плагин, и он все сделает за вас. По сути, все эти 7 минут видоса подводят к тому, чтобы вы зашли в описание и скачали плагин, который сделает все за вас. И это видео не несет в себе никакого смысла, так как все, что я рассказывал, это абсолютно ненужная хуйня. Не забывайте подписаться на мой Twitch канал, ссылочка в описании.